Добрые поступки нужно делать всегда, независимо от праздников и сезона. Такой позиции придерживаются все работники территориального общественного самоуправления «Мостовая Слобода». Проект организации «Будет хлеб, будет обед» победил в спецконкурсе фонда президентских грантов. В рамках этого конкурса у нас планируется, что будет роздано 500 наборов нуждающимся на всей территории Ульяновска. Ну, мы взяли еще и Ульяновскую область. Буквально совсем недавно мы 40 продуктовых наборов раздали как раз непосредственно ТОСам Майнского района. В дальнейшем, конечно, у нас планируется раздача как раз нуждающимся в городе Ульяновске. В наборе есть все базовые продукты, чтобы приготовить сытное блюдо на завтрак, обед или ужин. Масло, мука, крупы, консервы и сахар. Такой набор получит сотни нуждающихся от ТОС «Мостовая Слобода». Местные жители очень рады получить продукты в подарок, особенно в предпраздничные дни. Просто хочу сказать большое спасибо организаторам, к самому главному, Владимиру Владимировичу Сидорову, что он беспокоится постоянно, относится с уважением к нашим подопечным. Любые вопросы решаем. И сегодняшний продуктовый набор – это, конечно, хорошее подспорье. Конечно, для нас, пенсионеров, это, ну, во-первых, приятно. Но для семейного бюджета это тоже немаловажно. Помимо продуктовых наборов, в рамках проекта «Будет хлеб, будет обед» запланирована выпечка и раздача около 18 тысяч буханок хлеба. Многодетные семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, получающие хлеб, всегда очень ждут угощения, сделанные от сердца. Ждут они меня уже. Вот, говорит, я иду поесть. Они говорят, ну, хлеб идет. Кричат, вкусно, свежий он, горячий еще. Вот так у нас. Совместно мы ТОСов дружно работаем, помогая друг другу. Также активисты «Мостовой» совместно с централизованной клубной системой организовали к Новому году детскую елку с развлекательной программой и вручили детям сладкие подарки. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.